Здравствуйте, меня зовут Нинаной. Сегодня мы нарисуем лягушонка. Начинаем с круга. Ну, скорее даже это овал, как бы расплющенный круг. Все как обычно. Начинаем с круга. Вверху вокруг полукруга. Это будут наши глазки. Вернее, глазки нашего лягушонка. Носик. И ротик. Пусть он будет веселый, пусть он улыбается. Немножко открытый ротик. Дальше туловище. Еще один овал. Уже как бы не расплюснутый, а наоборот вытянутый. И ноги. Таким образом, лягушачьи лапки. Вот таким образом. И пальцы у нашего лягушонка. По-моему, их внизу 3 штуки, насколько я помню. И эти лапки. Он очень радуется, наш лягушонок, поэтому поднял их кверху. Наверное, встретил друга. Пустит его лапки вверх. Он говорит привет. Нет, пусть он ему язык показывает. Он дразнится, наш лягушонок. Также сделаем им несколько веснушечек на носике и на животике, эти пятнышки. Так что, вот такой у нас веселый лягушонок получился. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал. Пока-пока, всем хорошего настроения!